Здравствуйте, друзья! Многие из вас спрашивают, как же выбрать ирригатор. Но давайте прежде узнаем, что это такое. Ирригатор – это хороший помощник нашей зубной щетки. С помощью ирригатора мы вычищаем межзубные промежутки от мягкого налета и остатков пищи. Как же его выбрать? Ирригаторы есть стационарные, как вот этот вариант, так и портативные. Стационарные ирригаторы работают от электрической сети. У них достаточно хорошая мощность, 600-800 килопаскалей, хороший резервуар для воды большой и достаточно много насадок для любой конструкции в полости рта, а также дополнительная насадка стандартная для второго члена семьи. Хорошо, что у стандартных стационарных ирригаторов есть регулятор мощности струи. Это необходимо для того, чтобы вы регулировали мощность напора струи в полости рта. Есть ирригаторы портативные. Конечно, они менее мощные. Они работают от батареек или аккумулятора с одной насадкой. Но незаменимые помощники, если вы ездите часто в командировке или в путешествие. Выбирайте сами, какой вам лучше подходит. Более подробную информацию о том, как использовать ирригатор именно для вашей полости рта, обращайтесь к вашим гигиенистам.